Привет, это обращение к разработчикам игр, и особенно к разработчикам King's Bounty. Самая лучшая компьютерная игра в мире – это King's Bounty Легенда о рыцаре. Это реально правда. Эта игра невероятно охуенная. И, кстати, она из России. В ней есть огромный, охуенный, волшебный мир людей. Охуенный большой мир гномов, охуенный большой мир эльфов, большие острова свободы на двух локациях, большой мир мертвых на двух локациях, охуенный мир демонов Демонис, замок гремлинов и много битв с гремлинами в предметах. И Мурок, мир орков, в котором можно попасть из мира эльфов, мир орков, в который можно попасть из мира эльфов через лабиринт Хааса. Мурок — это типа последний мир, на котором должны быть самые сильные враги. Но вместо мира орков Мурок состоит только из одной маленькой локации, на которой никто не дает задания. И есть только враги и торговые точки. Просто разработчики самой охуенной игры в мире не захотели доделывать игру и оставили ее незаконченной. Типа, хватит с вас радости и счастья, и обойдетесь без мира орков. А ведь мир орков могли сделать на нескольких локациях и с множеством заданий и квестов. И потом стали делать другие игры серии King's Bounty. И потом стали делать другие игры серии King's Bounty. И я хотела попросить разработчиков игр, и особенно разработчиков серии King's Bounty, чтобы сделали маленькое дополнение к игре King's Bounty Легенда о рыцаре в виде мира орков Мурока, хотя бы на двух локациях, чтобы там были задания, которые дают орки. Например, собрать для шамана травы, чтобы зелье сделать, убить врагов, которые напали на орков, откопать и найти затерянные артефакты и так далее. Это обращение к разработчикам игр, и особенно к разработчикам King's Bounty, чтобы сделали такое дополнение к игре King's Bounty Легенда о рыцаре.